Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня у нас с вами сайт Advertiser Junction. У меня чуть язык не завернулся, но давайте пусть вот эта девушка нам повторит. Все, спасибо. Итак, почему я тут решил зарегистрироваться? Сайт довольно-таки, как вам сказать, двоякое впечатление оставляет, поэтому я тут особо не буду останавливаться на пакетах. Они прямо на главной странице, тут 50% идет на репуршес, 10 минимум на вывод. Но что тут интересного, вот 25 тысяч показов баннерных, это как бонус при регистрации, и $5 на старт, стартовый бонус. И поэтому я всегда использую вот такие возможности, вот именно такие, для того, чтобы распространять свою рекламу. Вот, многие задаются вопросом, вот где брать рефералов, как набирать команды. Вот небольшой пример, вот у меня один сайт AdReverse, просто хочу вам показать перед тем, как показать, как там регистрироваться. Вот смотрите, это моя первая линия. Здесь у меня, по-моему, до пятой линии все открыто. Вот так вот, если посмотреть, кто в первой линии. Вот Славко Васич, активированный участник, там он пакеты покупает. Это явно не русскоязычный. Дальше Кшиштов Задел, тоже не русский, да, скажем так. Дальше Гюнтер Дудек, тоже не русский. То есть вот с таких сайтов, где просто вот раскидана рекламная ссылка, пожалуйста, это уже другой сайт, Traffic Week. Смотрите, Марко Вегас. Это что-то вьетнамское. Гиан Гуэн Дуи. Агнаб Гонтри, тоже не наш. Антонио Рудней де Соуза. Ну и так далее. А если уже там поглубже, да, заходить по линиям, тут уже получается, вот здесь, например, ну почти нету русскоязычных. Здесь тоже не наши, да, вот скажем так. Но здесь пятая линия, Кристиан Дели, тоже не наш. Одним словом, вот линия выстраивается, да, вот хочешь, не хочешь, вот эта линия, она получается, если ты пораскидывал свою ссылку, ну вот на AdReverse, нормальный сайт, на PayPal выплачивает, все четко. Вы только что вот рассматривали там, ну давайте опять же посмотрим мою линию. Мои рефералы. Вот смотрите, просто надо заходить, брать этот бонус, и ежедневно 10 сайтов — это квалификация. Больше половины. Процентов 70 не хотят даже этого делать, и потом говорят, ну вот где взять нам деньги в интернете. Ладно, это лирическое отступление заканчиваем. Так вот эти баннеры я сейчас, не сейчас, точнее, а вчера еще зарегистрировался. Для того, чтобы просто выставить вот эти 25 тысяч баннеров, показов, и что будет, то будет, в принципе, да, что тут теряешь, ничего. Как тут зарегистрироваться? Нажимаем на кнопочку «Регистр». И заполняем страницу регистрации. Здесь заполняем имя, фамилия, все это проделываем на латинице. Здесь email-адрес, gmail-овский или Яндекс, другие не надо записывать. Повторяем свой почтовый ящик.
Здесь username, логин, то есть здесь два раза повторяем пароль. Пароль и еще раз пароль. Здесь секретный вопрос записываем, здесь ответ на него. Ну, знаю, что у некоторых бывают затруднения, когда вот нету вот этой выпадающей, так сказать, колбасы. Какой выбрать вопрос и какой ответ. Да вы тут просто можете написать вопрос, здесь ответ, и все. Главное, чтобы вы запомнили вот эти два слова, которые вы здесь записали. Точнее, не запомнили, а где-нибудь написали. Ну и вот в эту строку вводится вот эта капча. Ввели, согласились с условиями. Вот здесь ставим галочку. И нажимаем на кнопочку «Регистр». После этого на почту приходит вот такое вот письмо. Со ссылкой для активации. Нажимаем на нее, кликаем по ней и попадаем на страницу, с которой можно уже войти в свой верифицированный аккаунт, то есть подтвержденный аккаунт. Я сейчас зайду сюда, в свой кабинет. Еще раз скажу, ребята, я тут и девчат особо не останавливаюсь по планам, по всему прочему. Сейчас просто покажу, как активировать вот эти $5 и как разместить рекламу. А дальше будем смотреть. Понравится, как он работает. Там платежки PayPal, Salute Trust Pay, все основные платежки, Perfect Money, все есть. Понравится, будем работать. Вот эта страница логина, вот эту рекламку надо просмотреть, и только после этого нас допускают в кабинет. Вот видите, я уже купил эти пакеты со вчерашнего дня, 15 центов на них накапало. Итак, первым делом здесь какое условие? Для того, чтобы пакеты приносили доход, надо просерфить 10 объявлений. Это условие. Но перед этим, естественно, надо купить эти самые пакеты. Вот нажимаем вот здесь AdShare и Buy AdShare. Вот попадаем на такую страницу. Здесь у вас будет возможность купить или 1 доллар, или 2 2-долларовых и 1 1 доллар. Нет, тут надо как минимум 2 покупать. Или 1 5-долларовый, да, вот на этот бонус. Я как сделал? Я тут сразу ввел 5 и вот в выпадающем меню выбрал, с какого баланса буду покупать. Ну, естественно, тут вот на Solid Trust Pay у меня эти бонусные $5 ложатся вот на Solid Trust Pay. Они здесь были, ну, были вот здесь, эти $5. Я выбрал Solid Trust Pay и нажал Buy Now. Купил эти 5 пакетов $1, у меня пошли в работу. Вы тоже можете сделать так, можете купить 5-долларовый или 3 1-долларовых, 1-2-долларовый. Ну, смотрите сами. Тут по процентам оно меня сейчас, в принципе, и не особо интересно, потому что, говорю, дальше будем смотреть, и уже в основном то, что надо будет, то и делать. Теперь после покупки, ну, естественно, надо просмотреть вот эти 10 сайтов. Как они здесь просматриваются? Вот нажимаем на эту кнопку, кликаем. Если кто участвовал в отброке, узнают вот этот вот фрейм. Точно такой же, как в отброке. Вот пошел таймер. Сейчас он завершится. И вот такая вот капча. Надо такую вот кликнуть по такой картинке, вот в этой
части. Вот она, кликаем. И вот здесь наверху уже отсчитывается, сколько мы просмотрели. 10 сайтов просматриваем. Это квалификация, это условие для того, чтобы получать доход на купленные пакеты. Плюс к этому за каждый просмотр нам дается 2 кредита, на которые мы опять-таки можем выставлять свои сайты на показ. То есть еще одно такое, то что мне нравится, лично мне нравится, это то, что я могу выставить здесь свой сайт, и просмотр здесь обязательный. То есть если уйдешь, таймер остановится. Ну а просмотрев, возможно, кто-то и войдет в мою команду. И таким вот образом просматриваем 10 сайтов. Это является условием, чтобы мы получали доход на наши пакеты. Возвращаемся в аккаунт. У меня уже просмотрено. С этой вкладки мы можем и должны вернуться в аккаунт. Сейчас нам не до серфинга. Так, теперь нам необходимо разместить свои именно баннеры, потому что здесь у нас кредиты на баннеры. Вот с этой вкладки, вот Manage Ads, мои баннеры, мои веб-сайты, если у меня сайта тут пока нету, мои баннеры, вот переходим по вкладке мои баннеры, ну и здесь другие виды рекламы и продвижения. Вот как видите, вчера я разместил здесь 3 баннера. Здесь можно размещать до 20 баннеров. 20 баннеров и можете здесь разместить. Ну и здесь показывается статистика. Вот видите, 7 кликов по этому баннеру у меня было. 1 клик по этому баннеру. То есть возможно кто-то и зарегистрировался. Здесь ни одного клика не было на большой баннер. То есть здесь опять мы можем или добавить кредиты, или добавить другой новый баннер. Сейчас мы будем делать с вами новый. Кстати, и вот это вот показывает, что вот этот маленький баннер, он более действенный, более рабочий, чем вот этот большой или вот этот. Так что сейчас мы с вами сделаем размещение вот этого баннера на новый сайт, который вот только что я зарегистрировался и выложил ролик. Вот как это делается. Новый баннер вот здесь. New Banner. Кликаем по нему. И вот страница, с которой можно размещать баннер. Вот это вот проделывается в этом окошке. Имя баннера. Ну, имя можно ставить хоть свое. Так. Рэф Шар Макс. Поскольку я буду именно вот этот сайт сейчас рекламировать, сейчас повторяем. Здесь надо вставлять URL, ссылку на картинку. Ссылку на картинку. А вот здесь ее нету. В этом именно сайте. Сейчас еще раз покажу. В каком-то ролике я показывал, где и как ее брать. Вот смотрите, вот в этом коде есть вот такое место. Вот оно. Это именно ссылка на картинку. Копируем от кавычек до кавычек. Кстати, я не этот хочу код, этот баннер разместить, а именно маленький. Давайте вот на маленьком. Здесь, чтобы оно вышло все. Еще раз потихоньку идем. Ну, код как-то нехорошо тут. Вот здесь. Вот так. Вот так.
и до кавычек копируем, копировать, и вставляем сюда. Вставляем сюда, это и будет у нас ссылка на картинку баннера. Картинку баннера. А здесь берем свою реферальную ссылку. То есть здесь надо вставить ту ссылку, куда будет вести клик по баннеру. Вставить. Здесь из выпадающего меню выбираем, какого размера этот баннер хотим выставить. Ну, поскольку мы увидели, что вот этот самый действенный, на него кликают лучше всего. Так что выберем именно вот этот. Здесь дни недели. Я выбираю обычно все подряд. Потому что без разницы. Если смотрят, значит смотрят. У меня тут вот на балансе осталось 10 тысяч. Я 5 тысяч отдам на показ. Здесь вот в этой графе это можно выставить количество в день. Дневной лимит на показ. Но я и так не делаю, в принципе, хоть в один день, хоть в несколько дней. Но вы можете, допустим, по 1000 кредитов, чтобы 5 дней этот баннер показывался. Это уже ваше дело. И нажимаем вот на эту кнопку. Выставить баннер. У нас должно все получиться нормально. За каждый показ уходит один кредит. Один кредит. И мы видим, что все нормально. Зеленая галочка. 4 баннера выставлены на показ. Но на тех уже нету кредитов. Но все равно. Оно здесь и отображается. Вот пока что все. Что я сделал на этом сайте. И вам показал. Дальше уже ваше дело. Вы можете заводить деньги. Хотите вы это делать, не хотите. Вот у меня здесь за просмотры добавились кредиты. Это просмотры плюс купленные пакеты. 1300 показов сайта есть. Серфинг показывается здесь. Вот в этой строчке вы видите, сколько просерфили сегодня. Я просерфил 15. То есть, ну, видите, что квалификация пройдена. И еще что на этом сайте хочу сказать. Здесь, когда происходят начисления, на почту приходит оповещение. На почту приходит оповещение, что вам начислены. Вот, смотрите, мне уже 2 оповещения таких приходило, что вот в 7.40 там пришло, что вот 7, почти 8 центов начислено. Потом еще через 10 часов, ну, сутки сменились просто, да, там еще пришло сообщение, что вот начислено столько-то и всего заработано столько-то. Так что и вот эти оповещения приходят на почту. Здесь вот это недавно было вот это сообщение от админа, что сейчас Payza и биткоин тоже активированы, все с ними нормально. Платежек тут много, на любой вкус. Вот Perfect Money, Payza, Solitrust Pay, Bitcoin, Payeer и PayPal. Вот и все, что я сделал на этом сайте. Как тут пополнять, что делать, если кому-то надо и не смогли разобраться, пожалуйста, напишите в комментарии, спросите, я объясню, покажу, где и как это делать. Но пока что не стоит. Сайт новый, пусть поработает, посмотрим, что из него выйдет. Итак, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.